К другим новостям. В Казанском университете состоялось вручение премии «Студент года». Как это было, смотрите далее. Концертный зал «Уникса» Казанского университета заполнен студентами и работниками вуза только наполовину. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в этот вечер состоялась торжественная церемония вручения премии «Студент года 2020». На ней собрались самые активные, творческие и талантливые студенты. Церемония сопровождалась концертными номерами и традиционным исполнением гимна студенчества. С приветственным словом выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Сегодня же я хочу поздравить вас с завершением успешно этого конкурса. Я думаю, вы еще сюда будете выходить, вас будут поздравлять. Хочу пожелать вам успехов во всех ваших начинаниях. Хотел бы, чтобы вы были такими же амбициозными, какими являетесь сегодня. Пожелать вам здоровья, здоровья вашим близким. Конкурс был представлен в 24 номинациях. Один за другим лауреаты выходили на сцену за своими наградами. Победителей и призеров награждали в таких номинациях, как «Лучший общественник», «Лучший волонтер», «Лучший спортсмен», «Открытие года» и других. В номинации «Открытие года» победителем стал студент Института вычислительной математики и информационных технологий Владимир Бабничев. Эта номинация для студентов только второго курса. Она о тех студентах, которые успели за год проявить себя в максимально большом количестве всевозможных направлений. Видимо, жюри посчитало, что я проявил себя больше остальных или лучше остальных. И я считаю, что это было справедливо, потому что действительно я очень-очень много всякими разными делами занимался на первом курсе, продолжаю заниматься на втором курсе. В завершении мероприятия состоялось вручение самой долгожданной из всех номинаций. Ректор Ильшат Гафуров объявил со сцены, кто стал студентом года 2020. Обладателями гран-при конкурса стали сразу двое. Это магистрант первого курса обучения Института международных отношений Ильнур Хазипов и студент шестого курса Института фундаментальной медицины и биологии Хажиакбар Валежонов. Эта номинация для меня значит очень многое. Это большая гордость, честь носить такое звание, потому что это признание всех моих трудов, заслуг моих преподавателей, сотрудников всего университета. Я всегда активно занимался научной деятельностью, общественной деятельностью, спортивной деятельностью. Я был спортивным организатором, капитаном сборной института имени футбола, участвовал в различных общественных проектах, писал научные работы, публикации. Вот в итоге все эти труды привели меня к этой награде. Я просто до речи я потерял, я стоял там, даже, наверное, чуть ли не расплакался. От радости, конечно. Победители поблагодарили руководство и преподавателей вуза за поддержку студенческих инициатив и наставничество. Премия «Студент года» ежегодно отмечает самых лучших учащихся, готовых трудиться на благо Казанского университета. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Алексей Румянцев, Универ Ньюс.